Здорово, ёпты. Что-то там я смотрю, какая-то Бельгия, а уже и Австрия, и Франция, короче, начали арестовывать, короче, наше российское имущество, блядь, за рубежом, короче. По ЮКОСу, блядь, сказали нам платить 50 миллиардов баксов за ЮКОС, короче. Хы, мазфака. Они чё, блядь, попутали, что ли? Ёпта, на Россию, блядь, прут, что ли? Что-то я не понял, блядь. Бельгия. Бельгия чё, блядь, Бельгия не засала, что ли? Я чё-то не понял, блядь. Бельгия это чё за хуйня, блядь? Бельгия это Брюссель или Амстердам вот такой, блядь, размера, нахуй, ёпта. Это чё, вот такая вот страна, блядь, она не засала, блядь, на Россию, нахуй, что ли? Выбнуться, блядь, арестовать наше имущество. Это то же самое, что, блядь, сука, есть Валуев, нахуй, какой-нибудь, сука, там, карлик, блядь, арестует у Валуева его Мерседес, блядь. Они чё там, попутали, что ли, ёпта? Чё не в Европе там, вообще, Австрия, нахуй, чё за Австрия, блядь? Была Австро-Венгрия, где она, нахуй, а? Разъебали, нахуй, в пух и хлочья, блядь, клочья, нахуй. Россия приложила руку, всю Европу, блядь, разъебали. В 18-19 годах, всех их там, в 20-х, блядь, веках, нахуй. Бельгия, она чё, блядь, забыла, как её фюрер, нахуй, Гитлер, блядь, в 41-м или в 39-м, хуй, одна разница, блядь, за там, за, блядь, 3 часа, нахуй, прошёл, блядь, всё завоевал. Это какой-то фюрер Гитлер, блядь. Который, блядь, потом, сука, от страха, когда, сука, российский солдат-освободитель пришёл, спросить, так сказать, за, так сказать, за то, что он сделал России, да, взглянуть ему в глаза, и он, блядь, от страха застрелился, нахуй, своих детей, блядь, застрелил, и жену свою, блядь, усыпил, нахуй, вот, короче, и это был фюрер Гитлер, который за 3 часа, а мы, блядь, России, нахуй, созданы, блядь, мобильные батальоны, способные за пару часов оказаться в любой точке, сука, мира, блядь, и провести наступательную, освободительную операцию по принуждению к миру, ёпта. Они чё, наше имущество, блядь? Это чё, это думаю, так чё вообще так? Это имущество можно забрать, что ли, ёпта? Это где так можно, блядь, у России имущество, блядь, забрать, ёпта? Попутали Австрия, блядь, Франция, я там смотрю, ёпта, чё они там, блядь? Арабы, что ли, к власти у них пришли? Что-то они совсем прихуели, уже не помнят, блядь. Кто такая Российская Федерация, кто такая Россия, Российская империя, ебать, которая в 1800-х годах Финляндия, блядь, вся входила, практически вся Польша в Российскую империю входила, про такие Украина, Белоруссия, молчу, Белоруссии вообще не было, такого государства никогда не было, потом, может, аналитику сделаю, Украина тоже, кстати, такого государства никогда не было, короче. И все это было в России, ебать. Мы потом разъебали Британскую империю, всех, короче. Сейчас какие-то это Бельгии там, сука, чушканы вот эти, блядь, решили там имущество наше. Че, бля, НАТО, блядь, 3 самолета ебаных поставило там все, что ли, блядь? Не ссыте, НАТО за вами, да, блядь? Вы там че, бля, как шакалы, нахуй, да? Короче, смотрите, блядь. Сейчас, блядь, короче, вежливые люди, познакомьтесь, нахуй, ёпта. Будете уебываться, блядь. Будет создана, нахуй, Бельгийская, сука, народная республика, ебать. Которую признают, блядь, и Россия, и Абхазия, нахуй. И Куба, блядь. Поняли, блядь? И будет создан, блядь, новый Российский Союз, блядь. Куда будет входить и Бельгия, и, блядь, Украина, и Белоруссия, нахуй. И Австрия, короче. И Франция будет выебываться, что они там с вами шпагами, нахуй. Наполеон, хуелеон, блядь. Наполеон пришел в Россию, где он, блядь, сдох потом где-то, блядь, на острове, сука, обои нюхал, блядь. Короче, вот, блядь, кто с Россией связан, тот плохо кончает, блядь. Этот, блядь, монголы приходили, как, блядь, Чингисхан, блядь, и как он кончил, блядь. Никто даже не знает, блядь, где он умер, нахуй. Ж кому он, нахуй, нужен, блядь. Пришел, короче, где эта Монголия, ебаная, блядь, сейчас сидят там на 3 копейки, блядь, едят, нахуй. Вот, поэтому не стоит связываться с Россией, блядь. Чего там арестовали, блядь? Завтра нахуй, блядь, национализируем всю вашу промышленность, блядь. Австрия, блядь, маленькая, малюсенькая страна, нахуй.
Все, блядь, национализируем, все будет российским, блядь. Охуели, блядь, вообще забыли, кто такие Россия, россияне, блядь. Что вы думаете, блядь? Сила российского оружия, она куда-то делась, что ли, ёпты? Думаете, блядь, все, что ли, блядь? Русские с это, блядь, стухли, сдулись, сосать нахуй. Гитлер, по одной из версий, напал на Россию, потому что увидел, какие у нас потери были в Финляндии, и подумал, что Россия сдулась, короче. Но в итоге где он, Гитлер, блядь? Застрелился нахуй, короче. Поэтому с Россией нельзя связываться, блядь. Забудьте эти 50 миллиардов, их не было, блядь. Вот, Ходорковский сидит, управляет, короче. Там, настраивает Европу против России, ебать. Вот, мазфака. Короче, думаю, что скоро мы им такой, блядь, покажем, нахуй, ответный асимметричный удар, блядь, что они охуеют, бля. В Бельгии произойдет какой-нибудь, блядь, переворот, нахуй. И к власти придут, нахуй, коммунисты, ебать. Короче, вот, мазфака. Хитрый план в намаса, бля, в деле, короче. Давайте покедова, нахуй.